Сегодня у Светланы Кравченко и ее подопечных много друзей, поклонников и наград. Ансамбль «Веселые нотки» – неоднократный лауреат российских конкурсов и международных вокальных фестивалей. А началось все 10 лет назад, когда Светлана Михайловна дала объявление о наборе детей на вокальный кружок. Поначалу откликнулось 20 ребятишек. Потихонечку началась такая плодотворная работа, в течение которой потихоньку, как и всегда, начинается, будем говорить, чистка в коллективе. То есть тот, кто очень любит петь и хочет, он остается. Сегодня в коллективе две группы. Детская от 4 до 9 лет и взрослая от 12 до 16 лет. Ко всем своим воспитанникам Светлана Михайловна относится как к родным детям. С ними очень интересно. Они для меня такая семья. Еще моя семья. Музыкальная. В Солнечногорском районе ансамбль «Веселые нотки» знают и любят. Он бессменный участник многих праздничных мероприятий. Именно поэтому с юбилеем коллектив пришло поздравить большое количество друзей. Древние даже греки говорили о том, что музыка – это самое сильное оружие. Почему? Потому что мелодия, гармония, ритм проникает в самые сокровенные глубины человеческой души. Юбилей творческого коллектива – это не только поздравления и подарки. Праздничный концерт – своеобразный экзамен перед зрителями, перед теми, кто на протяжении 10 лет был рядом и верил в успех ребят. Золотая рожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия. Много хороших песен. Зрители получили массу впечатлений и радости, а также уверенность в том, что веселые нотки будут и впредь радовать солнечногорцев своим творчеством.